Б. Давайте посмотрим их. А с Александром Лукашенко, простите, он встретился сегодня. Выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло. Ну а городские власти, если потребуется, и федеральные, предпримут все необходимые меры для того, чтобы оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим нашим гражданам. Итак, это были вот как раз кадры заявления Владимира Путина. Вот на встрече со своим белорусским коллегой он как раз выразил соболезнования погибшим в том, что случилось в питерском метро. Давайте сейчас вернемся к Игорю Константиновичу Шевчуку, заместителю президента.